В Брюсселе вспоминают жертв серии терактов, организованной ровно 7 лет назад. В результате взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и на станции метро Мальбек погибли 32 человека, а пострадали более 300. Траурная церемония состоялась в мемориальном парке в центре города. Зачитали имена погибших, затем последовала минута молчания, после чего были исполнены гимны Бельгии и Евросоюза. В мероприятии приняли участие глава Европарламента и премьер-министр Бельгии. В декабре прошлого года начался суд над обвиняемыми в организации терактов. На скамье подсудимых 9 человек. Еще один предположительно был убит в Сирии, и его судят заочно. По оценкам, стоимость процесса превысит 35 миллионов евро, и суд станет самым дорогим в бельгийской истории. Вердикт может быть вынесен уже в июне.